Доброе утро! Сегодня на завтрак у нас будет вкусный и сытный ролл с куриным филе и баклажаном, приготовление которого не займет много времени. Для этого нам понадобится лист лаваша, 100 граммов куриного филе, 1 баклажан, корень имбиря, 1 лимон, 1 морковь, пучок кинзы, пучок базилика и 100 граммов натурального йогурта. На мелкую терку натираем небольшой кусочек очищенного имбиря. Морковь нарезаем на небольшие брусочки и перекладываем в глубокую емкость. Добавляем тертый имбирь, сок половины лимона, щепотку соли, перемешиваем и оставляем мариноваться. Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки и сразу же отправляем на разогретую сковороду со сливочным маслом. Обжариваем на сильном огне по пару минут с каждой стороны и тушим под крышкой еще 5-7 минут на слабом огне. А пока готовится куриное филе, мы измельчаем базилик, кинзу и добавляем их к йогурту. Немного подсаливаем и перемешиваем. Берем баклажан, нарезаем его кружочками и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем до золотистого цвета и начинаем собирать наш ролл. На лист лаваша выкладываем жареный баклажан, кусочки куриного филе, хорошенько смазываем соусом, сверху добавляем маринованную морковь и небольшой пучок кинзы. Плотно закручиваем наш ролл и поджариваем его на сковороде с двух сторон. Готовый ролл разрезаем пополам, подаем его с листьями салата и соусом. Наш вкусный и полезный завтрак готов. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!